Всем привет! Я хочу сказать о том, что пришел мой заказ по каталогу номер 7, мой первый заказ, и немножко хочу рассказать, что я себе заказала. Но самое важное, на что я всегда обращаю внимание, это на наши новинки. Вы видели, что там представлено 3 геля для душа и 3 мыла, совершенно новых, классных. Акцент поставлен именно на том, что здесь есть витамин Е. Тут прям написано «с витамином Е». Вот. Значит, плюс, ну я себе заказала, значит, это уход и это энергия. Вот, а цитрус не совсем, я люблю именно в такое время года, поэтому я заказала себе вот это. Что хочется сказать сразу, я их открыла, естественно, понюхала. И вот первый аромат, свежесть после душа, вот так скажем. То есть она будет идти целый день, заказала себе такое. И есть еще уход. Ухаживающаяся, она мягкая, такая классная, вот именно мягкий, деликатный уход будет. А почему остановилась именно на гелях для душа с витамином Е? Немного хочу сказать об этом, что мы знаем о витамине Е, потому что, ну, написано хорошо, красиво и здорово. Витамин Е самое важное в это время года, когда у нас солнышко, он помогает коже предотвращать пигментацию, представляете? То есть ты помылась гелем для душа, сделала себе на коже защитный барьер, и ты смело идешь на солнышко, у тебя вся кожа защищена. Что еще хочется мне сказать? Витамин Е, у него есть свойство удерживать влагу. 2 мыльца здесь, потому что мы моем руки, кожа у нас пересыхает, и, соответственно, некомфортные такие ощущения. Так вот, при том, как мы будем мыть ручки нашим мылом, влага будет в коже удерживаться. Плюс еще, витамин Е борется со свободными радикалами. Это тоже очень важно, согласитесь. Вот, еще витамин Е, он используется также в косметике для проблемной кожи. То есть он еще и защищает, именно такую функцию защитную выполняет. И плюс, самое такое главное, витамин Е препятствует образованию новых морщин. То есть те, которые у вас уже есть, они корректируются, потому что удерживается влага. А новые, они у вас не появляются, то есть никаких там дополнительных складочек, либо растяжек, либо еще что-то, благодаря вот таким вот свойствам гели для душа, представляете? То есть если написано витамин Е, это первое, что здесь есть, это очень богатая технология, поэтому можно запасаться вот этими гелями для душа плюс мылами, да, потому что кожа 100% не будет пересушена на руках. Тем более такая цена. По нашей цене, я не помню точно, сколько они стоят, но в каталоге гель для душа 79 стоит, а мыло стоит 49 рублей. Вот. А на что хотелось еще обратить внимание, что именно в этот период, в этот сезон я заказываю. Здесь не видно, конечно, то, что здесь выставлено, но дезодоранты и еще раз дезодоранты. То есть этот дезодорант я так зарекламировал, что уже все. То есть я не могу молчать и буду рассказывать еще, пока он есть на базе в этом каталоге, то, что он работает. Уже те знакомые, которые попроверяли этот дезодорант, заказывают вновь, вновь и вновь. Именно вот с такой вот салатовой крышечкой. Работает изумительно. Я вчера, кстати, наносила его, в общем, под черную футболку. Я ее отстирала и думаю, сейчас я все-таки проверю, как он работает именно на черном. Идеально. Первая стирка, я не застирывала область подмышечных впадин, он сработал на 5 с плюсом. То есть футболка черная, без застирывания, без замачивания, без ничего. То есть для черного он тоже идеален. Ну и новый дезодорант, который я заказала себе, я все-таки хочу проверить эту функцию 72 часа. Вот, и он для меня напомнил запах из детства. У мамы был такой большой крем, назывался он то ли снежинка, то ли вот... Ну вот на туалетном столике. Я ним тоже пользовалась активно, конечно, когда мамы не было. И вот этот запах пудровый, нежный, я тоже проверю. Ну вот это дезодорант, все. Это вот просто еще буду изучать его в процессе как бы. И будем смотреть, что там такого есть интересного и почему все-таки вот так работает. Ну что еще я заказала себе, это то, без чего моя семья, естественно, не может обходиться в летний период. Хотя говорят, что сейчас витамины там или еще как бы что-то. Это наш wellness, витамины и коктейль. В этот раз пришла клубника. Ну и дальше для Алисы это витаминки и, естественно, омега. Омегу мы пьем всей семьей.
витаминки она пьет по возрасту. Вот. А еще в дополнение у меня есть две таких замечательных палеточки для ухода за бровями. Красивая какая-то такая, да, у них мне нравится. Прям хочется держать их в руках. Вот. И то, что касается первого заказа. Поэтому обращайте внимание, что вот они, ухаживающие серии наши с витамином Е. Далее у нас здесь идет освежающая. И дальше у нас бодрящая серия. Можно всем это рекомендовать. Спасибо за внимание. Я жду свой второй заказик и покажу, поделюсь, чем я запаслась уже во второй раз. А там я расскажу уже о нашем лице и о солнцезащитных фильтрах. Всем пока-пока. Спасибо за внимание. И